Он прошел долгий путь от полного непонимания до всеобщего обожания. Ему рукоплескали концертные залы всего мира. Его волшебной палочке покорялись лучшие музыканты. О нем справедливо говорят. Прекрасный, гениальный музыкант. Очарование. Я его просто обожаю. «Пять вечеров с Владимиром Спиваковым» каждую среду на канале РЕН-ТВ. Я не желаю видеть этого ребенка. Меня зовут Перла. Черная жемчужина. Черный жемчуг? Твои глаза, словно бездонные озера. Это неплохо? Жизнь покажет. Андреа Дель Бока и Габриэль Каррадо.